Смла. Алла. Смла. Уважаемые жители города Бишкек и Кыргызской республики, в 0 часов 9 минут произошло землетрясение на территории Китайской Народной Республики в районе 7 баллов. Особо сильные толчки ощущались в Джетогузском, Аксыйском и Тюбском районах. В Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов. На данный момент жертв разрушений в Аксыйском, Джетогузском и Тюбских районах не зафиксировано. Также никаких жертв или разрушений в городе Бишкек также не зафиксировано. Прошу не паниковать.